воспользовался доверием. 15-летнего подростка из Елизова подозревают в краже денег с банковской карты своего ровесника. По версии следствия, в вечернее время 21 января несовершеннолетний злоумышленник, воспользовавшись доверительными отношениями с 15-летним потерпевшим, попросил у подростка телефон, после чего с использованием мобильного банковского приложения перевел принадлежащие молодому человеку денежные средства в размере 14 тысяч рублей на банковский счет своей знакомой. Реализуя свой преступный умысел, подозреваемый с использованием банковской карты обналичил похищенные денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению. В ходе следствия несовершеннолетний признал вину частично, утверждая, что похитил меньшую сумму. Ранее к подозреваемому применялись меры воспитательного воздействия в связи с совершением иного преступления небольшой тяжести. Органам следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.